Всем привет, дорогие друзья, с вами Чен Вол, и сегодня у нас будет игра Dead by Daylight Mobile. Кстати говоря, я впервые вижу, чтобы призрак стоил 1000 разноцветных камней. Все остальные стоят там по 9000, тут вообще по 500 золотых камней, я вообще не знаю. Чаки, насчет чаки, не знаю, подешевеет ли он или нет. Давайте мы еще посмотрим там. А вот еще 3000 стоит. Выжившая, ни хрена себе, ребята. Ой, блин, а мне же надо купить кого-нибудь. Хотя я могу уже сразу купить двух персонажей, ну, из убийцев. Ну... Хотя давайте я могу это сделать сейчас. За это я, кстати, вообще ни разу не играл. The Blight. Это уже в следующей серии я поиграю. Ладно, покупаю этого убийцу. Сделал скриншот. Так, хорошо. Призрак тут у нас. Ладно, let's go играть, поехали. За другого персонажа я уже в следующей серии поиграю. Ну, сейчас я тут еще тут хуйню какую-то там попрокачиваю там. Так, море. Так, ну давайте красное море выберу. Я впервые вижу, чтобы призрак стоил 1000 разноцветных камней. Это трындец, ребята. Да это шок целый, ну ладно. Блин, а чё я с херовой графикой играю? Ну ладно, потом с нормальной поиграю, если мне, конечно... Чё? Подождите. Это он, что ли, сказал, или мне так послышалось? Ладно. Ладно, друзья, let's go играть, поехали. Надеюсь, что Чаки станет немножечко подешевле. И сделаю цену 9000 разноцветных камней, потому что я очень хочу за Чаки поиграть. Блин, только не говорите то, что если он DBD Mobile, будет стоить 500 золотых камней. Это будет трындец. Я просто не знаю, как донатить, потому что донат ни хрена не работает, а Google сервис вообще не действует, поэтому мне пришлось скачивать через другой сайт. Так, ладно. Вот наш... призрачек. Так. Чё? А, всё, я стал невидимкой. Так, хорошо. А, то есть я могу за кем-то шпионить? Да ну. Ладно. Да что ж такое? Что ж вы всё там взрываете? Так. Здрасте, мордасти. Блять, не попал. Иди сюда, получай. Иди сюда. Так. А хрен тебе, чё, хотел меня перехитрить? Ах ты сучка. Не, у меня так не получится, значит. Так. Ты посмотри. Ладно, я ее так никак не поймаю, поэтому мне придется ломать на поражение. Так. Чё ты думаешь, что я тебя не найду? Ты чё, угораешь надо мной? Получай. Беру ее. Так, куда же мне вешать? Хопа. Так, становлюсь невидимкой. Бом-бом-бом-бом-бом-бом. Так. Сука. На, получай. Ты чё, падла, хочешь меня слепить? На. Ха-ха-ха. Так, хорошо. Раз, повесил его.
Так, неплохо, короче. Хорошо. Ломаю генератор. Падла освободили. Так, хорошо. Становлюсь невидимкой. Падла. Сука, он меня слепил опять. Ты посмотри на него. Он меня вздумал обхитрить. Хрен тебе. Думаешь, что ты от меня сможешь сбежать, чел? Ты угораешь? Боже, ребят, неплохо я так всех ловлю в ДБДшке. Как думаете, сделать ли мне такой видос, играя за 10 убийц в ДБД Мобайл? Напишите об этом в комментарии, если вы этого хотите. Так, хорошо. Побежали. Становлюсь невидимкой. Так. Ну тут меня вообще не интересует, поэтому я иду к этому генератору. Здорово, Мордова. Приветики-пистолетики. Получай. Так. Получай. Так, стоп, а я убил? Или мне показалось? Так, хорошо, я ее взял. А вот наш крюк повесил. А, ну я, кажется, игрока уничтожил. И этого я тоже уничтожил. Неплохой так. Неплохо, ребята. Но, блин! Подождите. А они случайно не освободили? Ну, этого человека не помогли ему? Не по отвеситься или как это вообще? Я не пойму. Падлы. Пора становиться невидимкой. Опа! А почему такие движухи, я не пойму. Получай. Стоп. А, не, мне кажется, не показалось, друзья. Иди сюда. А ну стой, сейчас поймай. Все, я понял, они этому человеку помогли. Все, я понял, кажись. Сучки. Ладно. Побежали, 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 побежали. Я не пойму, вы меня чё, надуривать хотите? Надурить, что ли, я хрен его пойму. Так, хорошо. Так, где там еще один гоблин недоделанный? Сейчас я повешу. Бля, я вообще забыл то, что я ее вешал на крюк, и я это, ну ладно. Так, значит, один море не получилось, ребята. Я не смог сделать море. Какая жалость, ладно. Я не понял. А что мы тут шумим? Я не пойму таких. Иди сюда. Иди сюда. Стоямба. Стоямбовский движ. Да ну нафиг. Просто жестко попал и все. А ну стой, сейчас поймаю. На. Так. А я море сделать не могу. Так, хорошо. Ну давайте сейчас я быстренько сделать себе невидимкой. Сейчас быстренько-быстренько пробегусь. Мне надо быстренько все облапать. Ну там, ну чтобы это. Опа! Люк у нас. Так. Значит, у меня с первой попытки не получилось сделать море. Так. Хорошо, сейчас побегу, 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 побегу. Так, стоп, а куда? А, вот же выживший. Сейчас я быстренько открою. А, я не могу.
А, вот он. Выживший. Забираю его. И сваливаю сейчас. Блин, а мне еще его вешать надо. Ну ладно. Да, крики, визги, вообще трындец, друзья. А можно вопрос, а куда мне дальше? Ну, все, этого человека уничтожил, поэтому... Ну, давайте еще одну катку сыграем, поэтому... Я хочу увидеть море. Ну, я, кстати, видел море на ПК-версии, но я хочу увидеть все это уже на мобайл-версии. Если вы это за, поэтому поддерживайте меня лайком. Так, ладно, бам-бам-бам. А почему второй? Ну ладно, мне вообще похрен. Забираю. Так. Что это? Какая-то хрень, ну ладно, мне вообще по барабану. А сколько? А почему так мало? У меня и то, блин. Ай, блин, больше 10 000 золы, блин. Разноцветных камней. О, да ну нафиг. Еще один море. Так, идите. Так, телевером иди нахуй. А, это 14 сезон. Сезон, все понял. Так. Море. Да ёкарным она не туда. Так, море на месте. Хорошо. Попробую всех опять разъебашить. Так. Призрак, призрак, призрачек. Ну слушайте, я могу пока что тут всякую хрень не понапокупаться, поэтому сейчас быстренько все это понапокуплюсь. Чё? А, стоп. А, ну ладно, пока что продолжу, так. Нету красного моря, жалко. Красное, красное, мне красное нужно. Мне красное нужно. Так, тут тоже нет. Тут тоже. Да уж, дорогие друзья. А, все понял. Эх, жалко, жалко, жалко. Охренеть, сколько я тут все собираю, поэтому еще. Да ехала мне. Сейчас выключу ненадолго микрофон. А можно вопрос, почему там ничего там не присутствует, я понять не могу. А, стоп, я еще могу что-то добавить? Да ну нахрен. А для чего, кстати, я понять не могу. Так, тут XP. А, значит, уровни там что-то добавляют. Блин, а давайте еще одному. А, все, спасибо большое. Хотя бы еще один человек ко мне образовался. Так, хорошо, ребята. Короче, я жду. Так. Бам-бам-бам-бам. Блин, а ёкалэмане. Так, ладно, подождем еще. Боже мой, давайте живее. Мне еще нужно, я не знаю, что еще сделать. Не знаю, какой мне еще ролик снимать. У меня уже идеи закончились, поэтому я не знаю. Последнюю серию про ДБД Мобайл. И дальше я не знаю, что снимать мне. Потому что уже настал этот момент, что идей вообще мало. Либо снимать ностальгические, перепрохождать игры какие-то, я вообще не знаю. Не вариант. Это очень жалко. Ладно. Хочется все игры перепроходить. Ладно. Да, ай, ёкаламане, я забыл графику сменить. Ну ладно, в следующей серии уже продумаюсь и сменю графику.
А, стоп, 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 не, не, да я дурак. Так. Ну тут я больше всего буду невидимкой. Опа. Что это означает? Чё, падлы, решили заорать? Получай. А куда это мы? Да блин, не поймал. Ха, неплохо. Да ё-моё, мне еще нужно идти. Блин, я надеюсь, я не буду заморачиваться. Да ёкалэмане. Ура, получилось у меня. Ха, неплохо, кстати. Повесил человека на крюк и все. Сейчас такой человек промигает. Так, Клигарм, иди нахрен. Падлы? А я ни хрена себе. А чё это за тревоги такие, я не пойму. Ладно, сейчас быстренько стану невидимкой. Здрасте. А я вас быстренько чпок. А, ни хрена себе. Вот это тебе и чпок. Блять. Ну ладно. Отстань от меня. Так, 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 так. А где? А, все, вот она. Хань, ухо. О, господи, как это у меня так получилось? Сучка, только попробуй. Я тебя расхерачу, получай. Чё, она решила меня обхитрить? Сейчас я ее быстренько беру. Быстренько, 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 быстренько. Да, изи. Я не понял, это что такое? А где они? Так, ладно, сейчас я иду. За жертвами. Стоямба. Кто тут у нас? А, тут все. А, тут пусто. Блин, а чё так не раз... Блин, а... Чё... Падлы, сутулы. Иди сюда. Сука, не поймал. Ладно. Да ёковые маме, они уже все генераторы почти починили. Что это такое, я понять не могу. Сука, я ее еще и потерял. Стоямба. Иди сюда. Получай. Так, так, так. Так, я ее взял. Побежали. Готово. А, скорее всего, еще Чаки известный персонаж, который он стоит чуть-чуть подороже. Опаньки! Получай. Так, ладно, давайте уже убивать ее. Вот наш море. На. А, я ее просто взял, расхерачил, ну ладно. Блин, а куда это мы бежим, я не пойму, вы чё все охренели совсем? Чё освобождаетесь? Ну ладно.
Изи. Так. И куда идти? А, все. Так, готово. Я ее повесил. Да что же это такое? Превращайтесь при... Ой, блин, чините, чините генераторы эти сраные. Падла. Да ёкалэмэне. Иди сюда. Сука. Так, сейчас я ее быстренько поймаю. Постараюсь как-нибудь поймать ее. Да ёкалэмэне. А, вот она. Побежали за ней. Побежали, побежали, побежали. Сейчас она меня обхитрит, а я ее бац и все. Готово. Море, 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 море. Блин. Чё? А почему нет море, Эл? Чё за хрень? Подождите, я чё, не ее поймал? Только не говорите, что я ее не смог поймать. Ладно, мне вообще посрать. Ладно. А, ну да, я ее не поймал. Ладно. Так, попробую сейчас кого-нибудь обхитрить. Я вообще не знаю, кого мне хитрить. Сейчас я быстренько тут зырю. Становлюсь невидимкой. Идем. Скорее всего, я тут буду просто стоять, ожидать, пока никто не придет. Здрасте. Да ёкалы мне. Иди сюда. Стоим, а куда это мы? Получай. Сучка убежала, ну ладно. А куда это мы идем, я не понял. Мы чё все? На базар пришли, я не знаю, как еще сказать. Эть, повесил. Да уж. А где еще? А где еще люди? Ау. А, вот еще один. Единственный. Так, ладно. Да боже мой, давайте, умирайте. Вы все, вам уже все равно ничего, блин, вы все равно уже не освободитесь. Ладно. А, ну, кстати, неплохо, я так еще всех поубивал, поэтому вообще кайф. А где?
Неплохо мы так поиграли. Давайте буду на это заканчивать. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всем пока!